Выники работы галины аховы здоровья у 2019 годе подвели на областной коллегии. Огучены основные показчики деятельности у Тымлику у поравнании с иншими областями краины. Отзначены досягнения, але и працавать еще есть над чем. Именно это адлюстравалось у задачах, поставленных на 2020 год. Подробязности у сюжете Евгений Кухаронок. У системе аховы здоровья Гомельской области по многих показчиках назирается становчая динамика. У регионе активно развиваются высокотехнологичные виды медицинской допомоги. Так, за 2019 год выполнено свыше 18 тысяч складанных операций, 20% из которых провели на базе районных больниц. С метой повышения доступности узкоспециализованной медицинской допомоги сельскому населению створяются межрайонные профильные центры. Сегодня таких в области 19. В минулом году на базе Мазырской центральной городской поликлиники организовали межрайонный кардиологический центр, у им принимают пациентов из всех полесских районов. Там же, а так само у Речевской и Светлогорской ЦРБ, створили межрайонные скрининговые центры. Из таких положительных моментов я хочу отметить то, что все те начинания, которые имели ранее место быть, они находят свое продолжение. Находят свое продолжение развития первичной медицинской помощи. Очень радует то, что в городе Гомель завершается строительство территориальной поликлиники на 800 посещений в смену. Очень рады то, что в дальнейшем развивается реабилитация при госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Очень рады то, что при областной больнице развиваются высокотехнологичные специализированные виды медицинской помощи. На коллегии шла говорка и про то, как повысить кадровый потенциал системы аховы здоровья. Сегодня в регионе працует свыше 6 тысяч врачов и 17 тысяч медработников среднего звена. У минулом году до працы приступили 712 специалистов с высшей адукацией. Однако по-ранейшему отчувается недохоп медперсоналу. Для задовольнения потребу у кадрах повеличен набор Мазырский медицинский колледж и колькость абитуриентов, с якими заключены договоры на метовую подрыхтовку. Важно так само утримливать перспективные кадры на местах шляхом предоставления им махчимости профессийного росту и обеспечения достойной заработной платы и жилья. С метой повышения якости оказания медицинской допомоги у регионе в минулом годе створена служба оценки работы специалистов галины. До речи, зараз на разгляде у депутата Украины находится законопроект об ахове здоровья, які закранают им лику и эту тему. Закон о здравоохранении, вопросы будут касаться аккредитации медицинских учреждений, потом на основании этих аккредитаций будут создаваться межрайонные центры, вводится экспертиза различные качества оказания медицинской помощи. Серед основных задач на 2020 год огучены наступные. Организация эффективной работы врачов агульной практики. Максимально худкий переход на электронную ахову здоровья без письмового дублирования. Протяг развития межведомостного взаимодействия по профилактике смертности от внешних причин. Все дотычется сферы оказания первичной медицинской допомоги, бо именно она здольна вырешить многие проблемные питания галины. Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».